Всем привет-привет, и я рада видеть вас на моем канале. И так прибежала к вам с очередной хвостушкой. Вот такая милая, нежная утя, гуся будет теперь украшать ваши тортики, либо капкейки, либо куличики, кому как больше нравится. Делала я ее в рамках пасхальных фигурок для нашего закрытого телеграм-канала. Как туда вступить и что для этого нужно, пишите мне в любую соцсеть. Все вам подробно расскажу. Фигурка безумно простая, справится даже новичок. Даже человек, который никогда не держал в руках мастики, тоже справится, так как не требуется никаких супернавыков. Надеюсь, что данная фигурка вам понравилась. Буду ждать, конечно же, ваши лайки, буду ждать ваши комментарии. Ну и, как всегда, если вы были с нами впервые, значит, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока!